Аккумуляторы Веста – титульный спонсор футбольного клуба «Краснодар». Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Веста. Заряжены на победу. Настоящий тропический ливень, обрушившийся на Черкизово около 7 вечера, поставил под угрозу проведение встречи. Стоявшая на поле вода вынудила рефери матча Сергея Карасева принять решение о задержке старта игры. Однако в начале 9-го стихия немного поутихла, влага стала постепенно уходить с газона, и в 21:15 стартовый свисток все же прозвучал. На основательно промоченном поле, на флангах которого мяч то и дело застревал в лужах, созидать было, безусловно, непросто. Возможно, поэтому краснодарцы с первых минут отказались от этой затеи и сконцентрировались на обороне. Железнодорожники же все-таки решили попытать счастье в созидании. В первом тайме они безраздельно владели как мячом, так и территорией, вот только эшелонированные защитные редуты гостей им удавалось преодолеть большим трудом. Наибольшую опасность для ворот горожан представляли стандарты. Так на экваторе стартовой 45-минутки Самедов здорово подал с угла поля и, выигравший воздух Ндое, пробил над самой перекладиной. А еще 10 минут спустя Ткачев мощно выстрелил со штрафного, назначенного в убойной позиции. Фельцов, до того здорово работавший на выходах, на этот раз блеснул реакцией на линии собственных владений. Для того, чтобы уйти на перерыв мокрыми от дождя, но при этом сухими, гостям не хватило самой малости. На 41-й минуте левый защитник Краснодара Калешин сумел на долю секунды опередить Самедова, но мяч, выбитый у того из-под ноги, пришел точно на набегавшего левого защитника Лока Виталия Денисова, который с близкого расстояния поразил цель. Увы, беда, как известно, одна не приходит. До перерыва оставалось чуть больше минуты, когда дыру в обороне горожан неудачно попытался залатать Янджейчик. Выйти на рандеву с Фельцовым он Дае не позволил, однако остановил центр форварда Лока явно не по правилам, за что был справедливо удостоен красной карточки. Таким образом, отдохнуть и просохнуть в раздевалку краснодарцы ушли, уступая сопернику не только в счете, но и в численном составе. Игра, продемонстрированная быками в первой половине, а вернее ее полное отсутствие, надежд на какой-то перелом во втором тайме вроде бы не оставляла. Но футбол зачастую бывает таким непредсказуемым. Железнодорожники сразу после перерыва попытались развить свой успех, однако краснодарцы, закрывшие прореху в центре обороны Тубичем, который вышел вместо Перейры, отразили наступательный натиск хозяев. Более того, на 58-й минуте им удалась первая в матче более-менее внятная атака, и она сразу же привела к назначению пенальти в ворота Локомотива. Газинский, вероятнее всего, к мячу не успел бы, но рванулся отчаянно, и Тарасов не нашел ничего лучшего, как придержать 8-го номера Краснодара за футболку. Арбитр Карасев все видел и без сомнений указал на точку, а Жоао Зиньо уверенно переиграл новобранца Лока Абаева. Ответный мяч вдохнул силы в горожан, и всего 5 минут спустя они едва не вышли вперед. Жоао Зиньо мог отличиться теперь уже с игры, но с его прицельным ударом в дальний угол блестяще справился голкипер, кончиками пальцев дотянувшийся до мяча. Этот эпизод словно заставил хозяев поля прийти в себя и снова обрести концентрацию. В итоге заключительная четверть матча прошла под знаком тотального превосходства красно-зеленых. Краснодарцы защищались цепко и самоотверженно, а на последнем рубеже против своих бывших одноклубников самозабвенно сражался Фельцов, на 73-й минуте выручивший команду после удара Кайседо в упор. Но, увы, оборона в меньшинстве, да еще и на тяжелом газоне, отнимала у горожан очень много сил, и на концовку их попросту не хватило. Роковой для Краснодара стала 83-я минута. Майкон прострелил в центр, пытавшийся дотянуться до мяча Смольников врезался в Фельцова, и в итоге Домен Дае закатывал снаряд уже в пустые ворота. К сожалению, до конца встречи краснодарцы успели пропустить еще раз. После подачи очередного углового Ян Дюрица подкараулил отскок и с разворота отправил мяч в сетку рикошетом от штанги. Опорный хавбек горожан Никола Дринчич, появившийся в игре чемпионата России впервые после 8-месячного отсутствия из-за травмы, попытался было сократить разрыв в счете ударом из-за пределов штрафной, но все видевший Абаев среагировал и сохранил для своей команды победный счет 3-1.